Отопительный сезон в Рязани окончательно завершен. Сегодня помимо жилфонда отключены и социальные объекты – школы, детские сады. Наступает время ремонта. В этом году сотрудники РМПТС к замене теплотрасс намерены подойти капитально. Сейчас уже приступили к техническому обслуживанию, к чистке водоподогревателей, чтобы следующий отопительный сезон произошел без аварий, и люди получали свое тепло и горячую воду надлежащего качества. В этом году будет порядка 20 километров меняться по трассе это капремонт. И все центральные тепловые пункты и котельные будут текущий ремонт делаться. То есть это ежегодно делается по графику. Понятно, что в межотопительный сезон при таком масштабном ремонте без временных отключений воды не обойтись. Но это не для всех. В некоторых районах задействуют резервное оборудование. А еще, во-первых, срок этот не будет превышать 2 недель, а во-вторых, о том, где и когда будут проводить ремонтные работы, жителей предупредят за месяц. На сайте РМПТС и городской администрации опубликуют графики. Что же касается даты завершения отопительного сезона, то всем, кто переплатил, платежки пересчитают, а кому-то уже пересчитали. По фактическим погодным условиям и прогнозным погодным условиям окончание отопительного сезона произошло 24 апреля. То есть 24 апреля считается последним днем отопительного сезона. И в связи с этим те начисления, которые мы делали на полный апрель месяц, ну, тем потребителям, которые рассчитываются по нормативам потребления, начисление было сделано на полный месяц. В связи с этим мы людям выполнили перерасчет платы за отопление с 25 по 30 апреля включительно. У нас наступает, как обычно, летняя самая напряженная, самая тяжелая пора. У нас большие планы на проведение ремонтных работ, поэтому просьба такая – не затягивать с расчетами, с подведением итогов отопительного сезона, с расчетами за минувший отопительный сезон и провести это в течение мая. Кстати, переплату по желанию можно оставить на своих счетах до начала следующего отопительного сезона. Как уверяют в РМПТС, деньги никуда не исчезнут, а пойдут в счет первого платежа уже этой осенью.